Всех приветствую! Сегодня на обзоре у нас часы Huawei Watch 3 и Watch 4 Pro. Что изменилось за прошедшие 2-3 года с момента выхода Watch 3 Pro? Смотрим по комплектации. Коробочка 4 Pro стала гораздо меньше. Если посмотреть, обратить внимание. Я не буду долго углубляться в характеристики часов. Это мини-обзор. Покажу самое основное отличие. Вот у нас Huawei Watch 3 Pro. Тут у меня наклеено защитное стекло. Huawei Watch 4 Pro. Huawei Watch 3 Pro. Убираем, переходим к Huawei Watch 4 Pro. Смотрим. По габаритам часы стали немножко компактнее. Стекло закруглено слегка, не критически. По мне часы выглядят презентабельнее, чем Huawei Watch 3 Pro. Там более грубый дизайн. Здесь это более плавные линии. Здесь версия с кожаным ремешком, есть версия с титан. Это версия Ростест. Напоминаю, что Ростест продается только с кожей или титановым ремешком. Huawei Watch 3 Pro. Смотрим, да? И сравниваем. Сейчас я расстегну ремешок на 4 Pro, чтобы было больше видно габариты и удобство использования. Если обратите внимание, то Huawei Watch 4 Pro немножечко тоньше. Керамика и там. В Huawei Watch 4 Pro добавили датчики. Они более современные. Два микрофона. Я так понимаю, второй шумодав. И там сапфировое стекло. Защиту клеить — это желание каждого. В принципе, можно ее не устанавливать. Но учитывая то, что часами оплачиваю, допустим, к примеру, MirPay, я решил на 3 Pro наклеить стекло. С версией Huawei 4 Pro не знаю, что буду делать. Возможно, тоже приклею, возможно, нет. Основные отличия. Huawei Watch 4 Pro совсем другой процессор стоит. Gen 5 плюс 1. Здесь High Silicon. Собственная разработка Huawei. 12 нанометров, 4 нанометра. 2 гигабайта оперативной памяти, 2 гигабайта оперативной памяти. 16 гигабайт встроено, 32 встроено. Android 10, Android 12. Harmony OS 3.0, Harmony OS 3.1. Быстрая зарядка поддерживается на Huawei Watch 4 Pro. С 0 до 100, плюс-минус час, час 10 заряжаются часы. Здесь быстрая зарядка не поддерживается, порядка 2 часов заряжается до 100%. Даже бывает больше. 2,5 примерно, если не ошибаюсь, навскидку. Оттенок немножко титана стал другой у Huawei Watch 4 Pro. Кожа темнее браслета. Строчка не по всему периметру. В следующем обзоре я попробую протестировать их на установку приложений. Расскажу вам более подробно.
Часы только забрал, еще не запускал. Первый запуск. Ну, по дизайну, конечно, это прорыв в плане часов. Экран здесь больше при одинаковых плюс-минус габаритах. Если мы заметим, да? Сейчас вот посмотрим. Переходить на Huawei Watch 4 Pro или оставаться на 3 Pro – дело каждого. Но учитывая то, что Huawei забывает прошлые модели и заканчивать поддержку операционных систем, Huawei Watch 4 в приоритете для покупки в 2023 году. Все-таки 12 Android, новый процессор, память другая уже стоит в нем, поддержка LTE в Huawei Watch 4 Pro, также есть eSIM. Сейчас найдем русский язык. Как видите, экран больше видно невооруженным взглядом. Часы кардинально были переделаны компанией Huawei. Мой совет в 2023 году, конечно, присмотреться к покупке Huawei Watch 4 Pro.